Всем культурной недели мы продолжаем раскрывать разные грани красноярского искусства, и сегодня поговорим о кинематографе. В Доме кино возродились традиционные лектории для красноярцев и гостей города. И один из таких проектов – «Перемотка», где киновед вместе со зрителями обсуждают, как американская и советская киношколы по-разному вскрывают одни и те же проблемы. Например, одиночество, бунтарство или побег от реальности. «Курьеры», «Клуб завтрак», «Афония» и «Шрек», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещенный», «Королевство полной луны». Абсолютно разные киноленты, в основе которых одни и те же вопросы и конфликты. Проект «Перемотка» помогает изучать, анализировать и искать параллели. Привычный для многих красноярцев лектурий приостанавливал свою работу на времена пандемии, но зимой возродился с еще большей мощью. Вообще, это уже тоже традиционная вещь. Только до этого формат лектория, он предусматривал даже не столько сравнение, сколько вот компиляция такая для расширения кругозора. То есть говорилось и про то, и про то. А сейчас такая небольшая, ну, не то что противопоставление, но идет уже больше фокус на сравнение. Так, например, февральская перемотка прошла под эгидой подросткового кино и образа бунтаря в американской и советской культурах. Говорили про «Клуб завтрак» Джона Хьюза и «Курьера» Карена Шахназарова. В марте была драматическая комедия, если точнее, проблема одиночества в «Шреке» и «Афоне». А в апреле в Доме кино обещают столкнуть два разных способа бегства от реальности. К слову, приходить на перемотку можно как подготовленными, то есть посмотрев обе киноленты, так и спонтанно, с неподдельным желанием сначала разобраться, а затем решить, смотреть или нет. Тут очень важно, что вопросы четко регламентированы. То есть вот у нас есть полноценное выступление спикера. Он у нас вот на экране демонстрирует разные сравнения, там, вплоть до кадров отдельных, вводит небольшой бэкграунд по каждой ленте. Сначала, ну, там, например, советская, потом американская, и потом мы уже начинаем их сравнивать отдельно по сценам. То есть там можно показать отрывки, можно показать отдельные кадры, можно немножечко сравнить режиссеров. Ведет диалог с участниками перемотки киновед Максим Конарев. Послушать различия американской и советской киношкол может абсолютно каждый, будь то эксперт или любитель. Главное – читать меж строк, смотреть сквозь экран и внимательно впитывать. Первая такая мета-цель учебная. Дело в том, что у нас в том числе в Сибирском федеральном университете готовят киноведов, то есть людей, которые профессионально этим занимаются. И для них лекторий, опять же, как расширение горизонтов и как возможность подглядеть формат, возможность немножко поднатореть в этом, как правильно рассказывать, как правильно анализировать и таким образом потом профессионально расти. Для такого рядового зрителя это все-таки скорее развлечение, но, опять же, развлечение какое? Мы можем там вкусно покушать что-нибудь, а можем потребить вот такой вот полуобразовательный контент, который заставит нас о чем-то задуматься. Потому что, на самом деле, рассуждения, особенно абстрактные, это тоже своего рода развлечение. Для тех, кто не желает сравнивать, а хочет глубже вникнуть, например, в советский кинематограф, есть другой вариант лектория от Эйзенштейна до Козловского. Там Виктория Рослякова поясняет, как мы пришли к тому, что сейчас имеем, как фильмы отражают время, в которое они были сняты, и как кино стало искусством. На протяжении нескольких лекций можно проследить развитие нашего кино до революционного, до вот его основных этапов, включая там сталинское кино, включая кино эпохи, ну вот, грубо говоря, застойной, потом вот перестройка и до нашего современного. То есть, грубо говоря, понять, почему наше кино сейчас такое, какое оно есть. И его ведет киновед Виктория Рослякова. Дом кино уже давно перешел только от формата показа фильмов к полноценной просветительской деятельности с лекториями, обсуждениями и образовательными проектами, которые идут в параллель с демонстрациями независимого кино. Такие проекты, как «Перемотка» и «От Эйзенштейна до Козловского», помогают понять и осознать происходящее и лучше проследить тенденции и причинно-следственные связи. Очередная «Перемотка» намечена на 21 апреля. Обсуждать будут побег от реальности в кинокартинах «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» и «Королевство полной луны». А следующие лектории «От Эйзенштейна до Козловского» пройдут 15 апреля, 5 и 26 мая. В любом случае, помните, что выбор за вами, поэтому определяйтесь и идем в культур. Полина Михальчук, Сергей Токарев, Сергей Кашин, ТВК.